О, слушай, недалеко, это полный газ. Сука, нахуй. Блять, заебало вонять, мразь. Блять, ты что, нахуй, малой? Ебать ты, нахуй. И голова покатилась. Блять, ничего ж. Ты уверен в своих решениях? Сильно разбился. На цены нажимать не разбиваешься, короче. На если у тебя прокидано на скилл, типа перекувыркаться. Ну я что так было кинуто. Да. Бас. Нормально тебе. Чего тут, блядь? Надо узнать, что там за красный дым из трубы. Дверь. Открывай, пес! I was getting worried you weren't coming. You keep pumping red smoke in the air, you're gonna have all kinds of visitors. Red's all I had left. Anyway, you're here, so it did the job. Give this envelope to Aziz at the bazaar. Tell him it's from Ryan. Понял, типа он, блять, хотел, чтобы к нему кто-то пришел. Red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, phenyl nitrate. Наркотики там что-то. It's not exactly grandma's recipe for Christmas cookies. Red phosphorus lie. Lena, this is Crane. Are you there? Crane, it's a man. Lena's tied up. Can I help you? Someone just gave me a grocery list with red phosphorus lie, iodine, muriatic acid, diethyl ether, and phenyl nitrate. Then someone just gave you a recipe for cooking slam. Rice's crews have been using it to stay up for days at a time. Volatiles are more reasonable than someone tanked up on that stuff. Slam какой-то. Maybe I should put this guy out of business. Actually, we're pretty desperate for phenyl nitrate. It's a lab-grade disinfectant, and we're completely out of it. Свалка автомобиля. Well, you want me to pick up his shopping list? Definitely. Then find me at the tower. I've got an idea that should throw a monkey wrench into the operation. Башня нас ждет. И что это? А, задание. Вылазка в туннель. Зачем? Ну, ну это этот самый вот, типа. Дали. Она равна же. Так. Доллар всего. Что тут еще есть? Все тут, тут есть спальник. Не очень высокооплачиваю эти артисты. Так, ну пошли-то в этот самый. Все мы хотели-то. В магаз. Ну, надо на рынок, точно. Да. Рынок открыть. Блять. Мешок с говном. О, тут вот торговец. Так, что есть у тебя, мужик? Жестянка, стрелы. Да, патроши куплю. Стыдная, блядь, скин. Тупка. Где вообще красота, можно патроны покупать. Так, а стрелы мне не надо. Домашние припасы, что это такое? All the shops in Harran. Так, mine ну, is by far the least shitty. Что продать можно? Вот это, вот это. Ценности, кофе, сигарки, да все. Так, отлично. А тут еще по бегушке не побежим? Давай сейчас квесты сдадим, потом побегушки. Тут надо с кем-то пиздеть. Понятно, с кем. А, вот тут, вот он, вот он стоит. Это мужик. Азиз, да. Азиз. Азиз. You Aziz? Ryan sent me. What happened to Assam? What do you think? You guys take lots of chances out there. Look, I've got everything but the phenyl nitrate. And you don't have what I need, and that's not gonna cut it with Ryan. What can I do? The courier wrecked his car in the tunnel last night. He's with Assam now, and your phenyl nitrate is stuck in the trunk of his car. You wanted to go get it. Because there's no more in Harran. Они на машинах ездят. That's the last phenyl nitrate anyone's going to be seeing. What's his car look like? Нитрит привозит. White, I think. That's all I remember. White car. So you're really going to do this? Ryan doesn't like to be disappointed. You must be pretty tough. If you don't die doing this thing, I just might have an opportunity for you. Надо в тоннель какой-то лезть, не трипан, ебаный. А все мы тут взяли.
Да, все похоже. А что за задание там было? Крути винтик тут рядом, кстати. Давай испытание сделаем, пойдем на винтик. Ибо тут, кстати, кухня. Прикольная такая. А, вылазка в туннель, вот это вот, да, идите ко мне. Стоп, ваш, это написано. А, идите, идите на базаре Азиза, вот это вот нашли, походу. Тут какая-то сбегаловка, тут жрать готовят. Какая-то будка со свечами. Так, я на месте. Ебать, ты тут шмаляешь. Все горит. Нахуй. Нахуй. Ой, а там этот, там кто там такой? Там здоровяк. Здоровяк. Здоровяк! Надо быстро побежать. Убивал тут стоял. Ой, я у кого вентиля, тут этот шлюшка. Проблюдушка. Все. Я стрелы собираю тебе. Так, записочку какую-то нашел. О, ящичек. Так, что еще есть? Ну все, можно дернуть у вентиля. Ох, заржавели вентиля, чего. Надо прочистить вентиля. Не следит никто, блядь, нихуя. Че за люди? За что уплочено? Налоги за что платятся? Все, всех облутал. Какой я молодец. Идет ебаный газовщик. Не, реально лук какой-то косой у меня. Может это лук просто такой? Да, он на дистанцию не очень хороший. Ебать ты. На тебя въебало. Ну, типа так, в упоре как метательный. Нажал, да? Чуть интересно, были скидочки? Так, да. Шкафчики. Я шкафчики поупал. Открыто. Да ты чё, малыш? Живой. Выйдет такой Джон, не знаю, там, блядь, Рэмбо какой-то. Лучник, блядь, Арчер, ебка. Да-да-да. Джвиль Вильям Тель. А я твои стрелы не могу лутать, кстати. Они вот лежат, и вот они, я вижу, но взять не могу. Ой, блядь, там еще бегут. Это проблема. Блядь. Надо мячики включаться. Что, мужики, что это такое? Что-то хотели, блядь. Так, что-то еще здесь. Найдите белую машину курьера. Понял? Сейчас тихо тут это. Аккуратно там. Угу. Так, а тут получается вылазка в туннеле, вот это вот. Ну, белая машина. Сейчас. Найдите к туннелю, найти белую машину. Белую. Вот это? Вот она, белая машина, она. Я открыл ключ. Come on, I got your phenyl nitrate. О, я нашел. Вылез? Да. А, вот это белая машина? Да. Блин, реально малой там, блин, распидурило. Курьер. Так, и что еще надо тут по этому квесту? Вылазка в туннеле. Все. А, ну вернуться и два квеста сдать нам, кстати. Есть случайная встреча в доме в каком-то. Где? Ты там, ты... на выходе из туннеля. А, вижу. Давай подойдем потихонечку, что там за встреча. А все, она исчезла? А, это торговец внутри дома. Пойдем. Где тут торговец? Зомбиленд! На крыше.
Что, нашел? Да, здесь торговец на крыше. Случайный. Случайный торговец. Че баба режет? Че почем? Ну, как обычно. Ну-ка, давай продам, мужик, тебе... Ой, ебать, у тебя есть какая-то крикетная бита. Кинжальчик есть, ножка. Скоро ночка, скоро ночка. Ночка темная. А, ну я тебя продам. Ночка темная. Мешочек. Включи опять квесты газовщика. Сейчас. Что там сделать? я кинул ракетку. Квест раздаю. Знаешь парнишку по имени Кристоф? А, это про этого? Yeah, про пацана, который от бати ушел. Not sure where he's now. Probably volunteering for a suicide mission. У вас есть неисполненные очки навыков. О, у меня на очки. Очко навыка. Кладовщику пирам делаю. Так, дайте-ка я использую очки. О, у меня два очка. Ловкость. Заебись. Так, а что, удар на бегу? Ночь закончилась, чё? Да, блядь. А чё, нормально. Ночная продажа. Бешеный кинжал, блядь. Так, где магаз, где магаз? Ебать, еще отсыпают, ебаный стыд. Уровень выживаемости повысился. Давай, давай. А чё, очков не дали? Получен очко, ну получен, а чё? Чё, ебить мозги. Железный клевец, жёлтый. Так, купить. Ну, клевец не нужен. Так, я куплю марлю. Химикаты, стрелы. Потрохи. Потрохи вообще на всю будут покупать. Чтобы можно было стрелять по КД. Мачете. О, мачете панга, бля. 13 уровень нужен, ёптвою мать. И пойдут пиздатые мачете. Так, окей. Окей, окей. А я могу что-нибудь скрафтить, не знаю. You won't find better deals in all of Haran. Чертежи. Зажигалочка это хуйня. Длинный нож. Короткий длинный нож. Холодное оружие. Угу. С мачете можно будет потом охуярить. Императрица, нихуя себе. Мачете. Ночной клуб. Так, сейчас аптек все наделать. Банеху сиськи мять. Все дело. Тело в дело. Ты мне просто хуй. Так, ну что, квестик. За квест вот этот. Ну вот, я ставил двери. Ну я понял, просто надо понять, что за квест. Да какая разница. Не, ну мне потом как записывать. А, вылазка в туннель это был квест. Ага. Yeah, Ryan's not gonna think so when I get done with him. I've got a better idea. Bring him this instead. It's the Alavon, a sleeping aid. Let him cook up a batch with that in it. It'll send Rice's goons off to Dreamland. I don't think Rice will like that. Они стимулятор, чтобы не спать, а ему наоборот это... And there's no more phenylnitrate, so I guess he's out of business either way. And I like your thinking, Amon. Блять, там упаковка вниз уехала, блять. Эта баба стоит, блять, тут нахуй. Че-то они, видишь, они больницу типа сожрали, короче, у меня переместилась наверх. Теперь у них поменьше больницы, короче. Квартира. Раньше у нее внизу была, типа, больница. Но я, походу, там на нижнем этаже всем пиздец настал. Так, нам надо наверх или вниз? Нам надо наверх. Наверх еще какая-то. Это мы еще не допрошли ее. Ну пойдем убьем голова орезов. Давно пора.
пара, не пара. Я иду со двора. Иди нахуй отсюда. Мразь. Полетай. Внимание, головорезов-то наши все. Мы в этом хороши. Так, куда идти-то? Правильно я иду? Я правильно иду. В туннель надо идти. В машинке сумка. С косметикой, какая-то шкурка, наверное, подкрашивала. Ментовка есть, ментовку не взял. Да ладно. Я патроны купил теперь. Хотя, может, сволка будет, естественно. А там тупик, Шурик. Ну, через это, наверное, обойти. Есть тут что-нибудь? Блять. Можно хоть на выходе ментовки поломануть. Не обидно. Ну да, это судьба. Взломать ментовку. Ой, скорую можно, кстати. Это плюс скорую получается. Ебать. Вообще изи ментовку. С первого раза почти. Они идут за тобой, Шурик. Ой, ебать, тут ржавое ружье забрал. Ебать, она живучая, я 5 раз ударил или 6. Босса не так, блин. Так, отступай, отступай. По-моему, они сильнее стали, что-то, блядь. 1000 дамага. А им похую. Блядь, кто-то сзади кряхтит, сука. А вот на. Работа в команде, блять. Один ебашит, другой голову снесет. Ля-ля, пидорасит. Правильно, я пидорасит. Туда и дорога. Отход нужен, да? Ага. Ну да, нам надо бежать. О, летит, блять. Летит, утки. Не знаю, что. Это был звук просто похожий на самолет. Я отсюда. Что там? Кто там? Ты нахуй. Так, подожди, сюда надо? Куда? Мост надо. А, не, вниз надо. Вниз. Показывает. Ой, бля. Космонавт. Под мостом, чувак, надо. Под мост. Блять. Только прыгать, конечно, не вариант. Сейчас понабегу. Ну, смотри, типа эти головорезы. Это там, где чувака, типа, который сигнал подавал. И... Ай-яй-яй, стреляют, суки! Сюда можно вот. Ух ты, блядь. Изика. Работай с дробаша. Ну нахуй, блять. Один выстрел, один труп. Стреляй в голову, не парти шкуру. На нахуй. На нахуй. Ах ты, сука. Ты пошла. Ну чё, кого ты ебать ещё? Кто-то ещё хочет. А он режет этих через это. И получает сзади в голову. Ну чё, петушки? А, всё, безопасная зона. О, пролетел все-таки самолет. Наемники, короче. Все в разгрузку, блядь. Далеко он, кстати. Вот такой. Мачете. Ну, богатый. Черти, блядь. Топорик. Пойдем за этим говном, да? Давай, квес уже спошли, сдадим. Давай. Тогда будь что и будет. Открывай, пёс. Ryan, it's me. I got your stuff. Open up. Oh, thanks. They were just about to torch this place. Who were those guys? Competitors. There's no more Fennel Nitrate left in Haran, so they were hoping I'd got my last order. Here's something a little extra for coming through for me. Guess this is gonna be my last batch. Pleasure doing business with you. You know, take some advice. After you finish your deal with Rice, why don't you go somewhere else? Watch, don't stay here. Way ahead of you, pal. Yeah, no, I don't think you are. Атас, так, дай-ка кину сразу. Навыки, навыки. Кстати, сейф зона, и можно поспать теперь. Деска заказов есть. Ну что, побежали? Пока отняли. О, крюк кошка есть. А, нормально. Ее взять надо, правда. Покачал. Вот там.
Так, да, пойдем. Пойдем. Как попасть наверх теперь надо. Блять, а я только время обойти-то. Через эту только получается. Бегать по дороге. Надо круг кошку взять, так все легче. Все уже украдено до нас. Паркурщики. Че, украдено? Тихо, здорово, пацаны, тихо, тихо. Ну а тебя въебало! Блять! Че ты с нас стреляешь? Где я не стал церемониться? Когда мне дробашивают чашку, значит въебало кто-то получит. Дробашиваю въеб... Ну как это? Выстрел в голову, по-любому. Ты чё пришла? Надо к кладовщику сходить. Взять кошку и сдать. Развалим, блядь. О, да, ну чем раз, иди отсюда. Все, 220 вам. Ай. Аккуратнее. Пойдем, зайдем к удочку. Куда? Возьмешь себе кошку, короче. В башню? Я тоже себе кошку возьму. И сдадим всю хуйню, короче. Так, а где башня, блядь, не вижу. Я пометил.